Всем привет, с вами Дерек Роди в прекрасной студии Драмио. Я хочу поговорить о моей технике игры двойной бочки и вообще существует ли она. Зацените это видео. Окей, давайте поговорим о том, что мы только что увидели. Моя техника немного своеобразна, потому что я в основном играю от бедра. Как можно заметить, когда моя нога опускается, пятка и подушечка стопы ставятся на пол одновременно. В прошлом я называл эту технику плоскостопной, потому что моя стопа играет в бочку всей своей поверхностью. Что получится, когда вы переместите это движение с ровной поверхности, например, как пол, на поверхность под углом, типа педали? Может показаться, что движение изменилось, но это не так. Я по-прежнему играю от мышц в бедрах. Обратите внимание, моя пятка висит в воздухе. Из-за этого угол педали создает иллюзию того, что постоянно используется голеностоп. На самом деле здесь есть небольшое движение голеностопа, но я не играю от него. Моя игра происходит от бедер. И в дополнение к сказанному, наверняка вы заметили небольшое различие между расположением правой и левой ног. Все дело в том, что моя левая нога большую часть времени находилась на педали хэта, когда я рос и учился играть, до того, как появилась вторая бочка. Сейчас, когда я играю в две бас-бочки, это не сильно мне мешает, и я не вижу смысла особо над этим заморачиваться. И эй, если не сломано, зачем чинить? Ладно, с этим разобрались. Это был пример моей техники игры двойной бочки. Если вам понравилось, заходите на Драмио. У меня есть целый курс, посвященный скоростной игре, где я рассказываю об этом более подробно. Короче, зацените.